Так, сейчас мы побелим деревья, сделаем раствор из дисковой, из гашенной извести. Так, наберем черпачку, водичку эту выльем. Помешаем. Белить деревья. Так, белим деревья. Это вишня типа лутовки. Вот такой щетка. Карабик, оно не сразу берется. Любит помногу набирать. Внизу густая кончил, побелил деревья, не все, колодец, алычу вот эту и в огороде яблоньку белый налил, тут надо будет ее подлечить, обрезать ветку, тут что-то сухие места вот. Варом заделать надо. Черешня пропала. Мы ее потом срежем. Вот так я обработал деревья. Веточку оставил, вишни ранее. Позже прикодирую к этой дычке. Ветер поднялся. Ну что, у нас редиска поднимается. Потеплело.
лучок, помидорчик еще рано.